Yes, heavens, welcome after here. И я снова рад всех вас видеть, дамы и господа, с вами как всегда Мигу, и в этом ролике мы поиграем за нового мейка Демогорган. Я взял на него некоторые перки, также взял Мементо Мори на него. Мне просто интересно испытать его, я его еще не видел. Что-то вот направление бездны, говорят, типа что-то указывает. А, вон какой-то выживший. Я вот здесь поставлю еще портал. Порталы, я так понял, нельзя потом заново их, типа. Я не понимаю, как про направление бездны, если честно. Понять. Ай, тупанул. Я понял, как она работает. Ах! Все, ладно. Я за него играл лишь один раз. И то тогда мне больше повезло с выжившими. Зато он так круто кричит. Так, я вот не помню, он умеет ломать доски? Ладно, не умеет, но я... Ай, тупанул-то как. А мог бы... А вот если честно, я мог просто попасть. Но я тупанул. А есть... Ладно, отнесу в подвал. Я его не хотел в подвал, если честно, нести. Так, Мементо Мори, мне нужно испытать. А моя одержимость где-то в этом радиусе. Так я вот не понимаю, как вот это направление бездны, оно подсвечивает не выживших. Я вот это... Там кто-то был? Тут кто-то был? Показалось? Показалось, вот. Думал, не показалось, а в итоге показалось. Опа, привет. Попал. Попал, кстати, сам не ожидал. Но это не моя одержимость. Музыка такая реально так нагнетающая прям. Так, ну с этого РСА... Это не моя одержимость тоже. Ну тут я просто тебя шлепну, хотел сказать. Ну тут понятно, тут ближнее расстояние, тут там я и так мог шлепнуть. Блин, надо... Вот если бы я сейчас здесь поставил портал и начал перемещаться, я бы успел. Но это уже бессмысленно. Давайте, кстати, сразу поставим у ворот портал. Можно вот здесь организовать. Потом еще вон там организовать у ворот. Чтобы, если что, когда они сбегут... Опа, вижу, вижу. Палю. Так, ну я по порталам сейчас особо-то и не перемещаюсь. Так, нужно идти за выжившим. За нашей одержимостью, потому что я хочу... Хочу я испытать все-таки этот перк. То есть, ну, Мементо Мори. Конечно, чувак, ничего личного, но мне Мементо Мори хочется. А, так ты моя одержимость. Господи, в двух... Тупой. Ой, я тупой, в двух углах. Так, он сейчас типа фейканет еще раз. Потому что я знаю таких выживших. Или нет? Ах ты... Давайте просто за ним побегаем. Просто за ним побегаем, делать-то нечего. Все, прекрасно. Идем дальше. Так, ой, эту доску он тоже сбросит. Надо, кстати, ломать доски, которые мы еще не сломали. Опа, развелся. Ах, орешек, повезло тебе. Я его развел, конечно, но у него орешек. А я вот этим могу сломать? Могу! Но у него стан потом. Жесткий причем. Она побежит дальше. Я кто бы сомневался. Опа, а ты вот не ожидала то, что я вот здесь вылезу? В окно. Какая умная. Ой, тут я тебя догоню, тут я тебя догоню. Вот тут я тебя догнал. Это я знал. Кстати, вот сложно на нем играть, если честно, мне кажется. Ну, чуваки, ну что вы делаете? Это же вторая катка. Сюш, кстати, первая была у меня лучше, если честно. Так, я здесь все равно поставлю портал. Портал-то... А что, нельзя? А, только здесь? Это как-то... Блин, надо вот тут ставить. Ай. Зачем я поставил? Вот это мне никак не помогает считывать, где выжившие. Не знаю, почему пишут, что она помогает. Я вот читал сколько комментариев. Поэтому никак не пишут, что она помогает.
Я вот не замечаю, чтобы она помогала, если честно. Давай быстрее, 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 пока не тут. Блин, облом к тому. Зря. Вот, вот они убежали только-только. О, прекрасно, давайте за нашей целью побежим. Или нет, или да. Нет, я хочу за ней все-таки. Мне нужен момента моря. Чувак, вот, вот я бы тебя не трогал, честно, вот отвечаю. Орешек. Нет? Блин, надо было за ним идти. Я вот... Вот это ошибка маньяков иногда, которые вот ходят вокруг. Орешек будет использовать. Жух. А. И тут ты ляжешь, чувак. Да, тут ты ляжешь. Здесь никого нет рядом? Я его хочу на вон тот холм отнести. И... Извините, конечно, но я хочу. Блин, два я всего лишь получу, так мало. Чувак, извини, вот если бы не Мементо Мори, я бы тебя никогда бы ни за что не... Извините, делай скриншоты. Звук может быть громким. Ой, красивая. Ой, извините, я микрофон шатнул. Так, чувак, извини. Ну, мне понравилось Мементо. Он доски круто ломает, это очень удобно, кстати. Блин, я микрофон шатнул, ребята. Я представляю, как я могу бы громко. Вот. Здесь что ли? А, да. Зачем я это сделал? Зачем? Истан, истан. Блин. Окно? А, куда? А, вон ты. Опа, куда же ты бежишь? Стой, одумайся. Блин, вот если бы... Я же достал. Почти достал. Просто миллиметра не хватило. А вот тут я очень зря сделал. Это иногда... Вот, вот. Маньяк сложен. Опа. Здрасте. Тут я захотел так сделать. Так, там что-то с моими ловушками делают. Вау. Слишком круто. Не кажется ли вам так? Так, какой генератор? Ну, тут еще можно сходить, конечно, проверить. Вот сюда нужно поставить этот портал. На всякий. В смысле, на всякий. Тут кто-то есть. Конечно. Что-то звука этого террора, как бы нет, который играет. Будешь спасать? О, гениально просто. Это ж шедеврально. Попасть в ни во что. О, короче, я понял, за него надо очень быстро, то есть надо резко прыгать, потому что если ты прыгаешь не резко, то все. Я ломал доску. Ломал. Правда, не помню. Если ты, короче, прыгнешь... Вот здесь я еще портал поставлю, пофиг, потому что я хочу. Хотя нет, это будет глупо, если честно. Она померла. Их осталось двое. Короче, если бы я Лори оставил живых, она бы меня... Ух, жопу надрала. Это Лори. Они что-то с порталом делают? Почему он зеленый подсвечивается? Здесь так. Ах ты, надо за ней идти быстрее. Надеюсь, да, не чинит этот генератор. Тянет орешка. Зато у тебя есть мансы. Так, вот эти... О, кстати, давайте ее повесим. Активируется перк, этот чертик с табакерки, по-моему, называется. И я смог купить генератор. Прекрасно. Я, конечно, может, чувак горит там, он сейчас когда-то обижается на меня. Я понимаю. Мне так же было уже. У всех так было, я думаю. То, что ты играешь, играешь, и тебе хоп, а Мементо Мори. Ты такой, чё? Ай. Ты здесь, чувак? Скажи честно. Ну, я поставлю здесь портал, чё? Ой, что я делаю? Портал. Давайте побьем и направление без будет. О, не то, не то, не то, не то. Как пройти по изнанке его? А я не то делаю. Все? Нет? Нормально? Нормально. Видимо, он заводит. Нет. Значит, люк ищет.
Значит, он ищет Лю. Как ты засранец? Нет, я все-таки на всякий случай перемещусь к тому челику. Можно? Да. Потому что ощущение, что он его сейчас снимет. Ой, извините, я в тебя вообще не хотел. Эх, не достал. А тут выхода нет особо. Да, тут особо выхода-то нет. Беги. В окно? А. Ты могла быстрее перелезть. Так. Все-таки я недаром использовал направление бездны. Или как там? Типа телепорт, не знаю. Так, ну ладно. Блин, а если бы реально не мимо домой, то мы бы сбежали все. Ну не все, конечно, но кто бы смог. То есть, ну... Смотри, превьюшка у нас будет хорошая. Что на удивление. Вот портал, это очень круто. А почему мне когда желтые подсвечиваются? Типа я их использовал или что? Я вообще... Нет, ты не сбежишь сейчас, да? Давайте в самый... Ну, вот туда. Не знаю. Делать-то нечего все равно. Плюс очки заработаем еще. А, побитый. То есть вот насколько? Вот допустим отсюда. Ну, то есть... Вот отсюда... Ну, не пла... А вот... Не успел, ладно. А Люк был рядом, по-моему. Ух, видимо, Гурвин страшный. Блин, мне нравится маньяк. По-моему, это мой маньяк, я нашел. Только за него нужно научиться играть. Держи. Я пишу еще НГГ, чтобы он типа понял. Ути, красавчик какой. Ладно, продолжим. Так, сколько выпуск длится? Сколько? Сколько? 12 минут? Так мало, конечно, но... Блин, ребят. Вторую катку что-то за него, который сейчас вот сейчас, блин, мне охота за него. Так, кстати, я хочу вкачать выживших. Хочу вкачать выживших. Кого я вкачивал? Нэнси. Но по перкам посмотрим. Так, адреналин, самохил. А тут что? Давайте все равно вкачаем это. Стол. Как тебя зовут-то, дружище? Не ешь. Не ешь тулбокс. А съела. Это пелену. Ладно, давайте вкачаем Стив. 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 Ну, Стив, да. Стив. Правильно. Правильно говорить. Как же правильно говорить? Ладно, все. На этом ролик мы заканчиваем. Сегодня была очень классная игра за Дима Горгана. Мы увидели Мементо Мори. Мне оно дико понравилось. Надеюсь, что и вам. И также не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. Ждите еще только по Dead by Daylight. Всем удачи, всем пока.